Хочу показать, как набрать подписчиков и лайков в TikTok. Для этого есть приложение TikTokmania. Оно может накрутить очень много подписчиков. Сейчас покажу, как это работает. Заходим в приложение TikTokmania. Чтобы получить подписчиков и лайки, нужно нажать на клик и подождать 30 секунд. Вот пошли секунды. Ждем. Все готово. Теперь можем накрутить подписчиков. Здесь вставляем свой ник. Выбираем свое устройство, Android или iPhone. И нажимаем Connect. Теперь указываем количество подписчиков и лайков. Пусть будет максимально 1 миллион подписчиков и лайков. И нажимаем «Генерате». И ждем пару секунд. Заходим в TikTok и проверяем. Как видим, подписчики и лайки сразу идут. Пришло не 1 миллион, а меньше. 27 тысяч, но все равно работает супер.